Всем привет, дорогие друзья, гости и подписчики моего канала. Пару человек все просят показать меня, мою коллекцию викторинок. Я тут все, что мог поблизости подсобрал. Тут всего 36 номинований. Я не считаю, что это прям какая-то супер коллекция, но вообще вот это все лежит, конечно, смотрится, что действительно что-то как-то много всего уже тут. Я не считаю, что это прям супер какая-то тематическая коллекция, тут прямо что, тут что-то прямо имеет такую супер коллекционную ценность, ну просто кое-какой небольшой набор ножей. Опять же, тут наверняка найдется умник, вы знаете, так очки подправит, бородку почешет. А зачем тебе столько викторинок, ты че, дурак? Блин, ребята, вы такие креативные, когда вы уже все подохнете? Коллекция? Почему коллекция такая большая? Ну, во-первых, да, мне кое-что из этих ножей было интересно попробовать. Тут и мой опыт использования одних моделей, других моделей, каких-то линеек, еще чего-то. Во-вторых, я должен содержать кое-какую коллекцию. Ну, так как у меня видеоблог о викторинокса. И зачастую в видео хочется не только картинку вставлять. Хочется также и кое-какие ножи в видео показывать. Ну неужели ума не хватает, как бы, сообразить это? А то умники, о, зачем столько викторинок? Потому что видеоблог у меня о викториноксах, поэтому вот у меня кое-какой набор ножей есть, чтобы в видео их показать. Так бы, конечно, я что-то подраспродал бы уже наверняка, что-то подраздарил, если бы у меня видеоблога не было. Если бы я сейчас, например, решил закрыть видеоблог, чего не будет. Вот. В принципе, как бы я не скажу, что прям все эти ножи использую, юзаю. Ну, конечно, иногда что-то юзаю, что-то чаще, что-то реже. Что-то там раз в год, может быть, использую, беру с собой, там, выгуливаю куда-то на природу, там, в лес, на речку. Что-то там чаще, что-то реже. Как бы, ну, надо, кстати, видео об этом сделать. Виксы, которые я вот более-менее постоянно использую. Ну, там всего 5-6 моделей, а тут 36. Конечно, вот что-то, какую-то сентиментальную ценность, там, друг подарил, там, и, например, имея для меня что-то, вот, уже не выпускается. Тут есть кое-что из Венгера, вот я вам покажу сегодня. Ну, не выпускается, естественно, мне не хочется их продавать, потому что, ну, пускай будут, так как они не выпускаются, интересно иметь у себя что-то, то, что уже снято с производства, что уже не выпускается. Что-то, опять же, друзья подарили, что-то самому нравится, что-то, опять же, чтобы видео показать, поэтому... Я не знаю, ребят, вы тоже такие пограничные, кто вот эту всю фигню пишет. А зачем тебе столько викторинок вообще? Ладно. Если у вас такие вопросы возникают, вы можете отписаться и не смотреть. Да, и кстати скажу, что много из этого я покупал у Ксении. Ссылка на нее будет под видео. Опять же, немало человек, который сейчас скажет, ну, а, достал свою Ксению рекламироваться и товары продвигать. У меня вообще нету никаких товаров, вы бы знали, кем я работаю. Врагу не пожелаю, на самом деле, такую работу, как у меня. Ну, не суть, это пофиг, я тут перед вами не собираюсь плакаться, нормально. Держимся. Вот. Во-вторых, я никакого дохода абсолютно от уровня продаж Ксении не получаю. Да, для меня лично Ксения хороший человек, она мне иногда что-то подкидывает, она мне какие-то... свои скидки делают, когда я что-то заказываю, у нее, соответственно, делаю обзор, делаю, ну, ей можно сказать рекламу, но по сути, да. Но вы сами же у меня многие спрашиваете, где взять викторинокс? Ну, вот куча таких вопросов постоянно возникает. И мне удобно, что есть Ксения, как проверенный, надежный продавец, надежный человек, который я могу, на который я могу положиться, которую могу посоветовать, которая я знаю, что не обманет, у которой не завышенные цены, которая работает, отправляет все своевременно, не кинет, не обманет. Поэтому я вам ее и советую. Мне без разницы, покупайте где хотите, покупайте втайдорого, покупайте на каких-то барахолках. Я не знаю, как бы это ваше дело абсолютно. Ну, просто вот рекомендованный продавец, где я рекомендую. Просто то место, где я рекомендую продавать ножи викторинокс. Мне без разницы, там уровень продаж. Конечно, приятно, что вот Ксения что-то иногда подкидывает. Ну, тем не менее. Ну ладно, давайте уже к самой коллекции. У меня тут все по линейкам разложено, все лежит. Давайте начнем с вот такого вот викторинокса менеджера. Кстати, на все, на большинство, по крайней мере, этих ножей есть обзоры. Я вам ссылку под видео кину, ссылки там... Будет два плейлиста, один обзоры викторинокс, второй тесты викторинокс. Вот, кому интересно, в плейлистах находите, смотрите, потому что, ну, на все ножи я сейчас видео искать, делать ссылки там, в описании места не хватит, и, ну, на кое-что-то будет в описании, ну, в общем, вот, плейлисты посмотрите, в описании будет, и, в общем-то, в конечных заставках. Видео, скорее всего, долгое будет, ну, да ладно, постараюсь кратко.
Вот эта вещь, которая действительно каждый день со мной, вещь крайне приятная, заняла первое место в моем личном топе ножей Victorinox 2018, чем у многих вызвало такое бурное негодование. Вот какую-то там пимпочку поставил на первое место. Ну, на самом деле, ребят, действительно вещь достойная. Каждый день узнаю, будет еще видео. В общем-то, у меня нету больше никаких наключников. В свое время был наключник от Венгера, который я своей подружке хорошей подарил. Ну, вы знаете, первая любовь. А так-то я, конечно, братву на сиськи не меняю. Вот. Короче, единственный наключник сейчас во всей моей коллекции. Ну, его действительно не на что менять. Вот все ножи так или иначе, мне что-то хочется одно попробовать, что-то второе попробовать, что-то как-то поменять. Ну, вот наключник, во. Реально, его не на что менять. Он клевый, он практически идеальный для меня. Он вообще молодец. Отличная вещь. Так, далее, что тут у нас лежит? Это из линейки 84 мм. Victorinox Sportsman. Ну, по сути, у него набор инструментов все то же самое, что и у Спартана. Две открывашки, клинок, штопор, шило, пинцет, зубочистка. Но за место второго маленького клинка вот такая вот пилочка для ногтей. Что весьма удобно. Кстати, раньше это был Victorinox моей сестры. Она как-то приезжала и оставила его. Сейчас у ней классик, она юзает. Ну, в общем, вот такой вот спортсмен. Но это, по сути, не спортсмен, это из линейки Эколайн. Тоже снятая с производства линейка, поэтому я сейчас его, вот в принципе, берегу. Он у меня лежит в коллекции, аккуратно хранится, так как снят уже с производства и, ну, имеет кое-какую небольшую коллекционную ценность. Также 84 мм, мой первый Victorinox. Ну, то есть, не мой первый Victorinox, называется он мой первый Victorinox. У него из инструментов вот такой вот клинок с закругленным остаем, ну это для, собственно, детей. Пилочка небольшая, комбо-открывашка, тут на спинке рукояти ничего нету, в общем, все такое безопасное. Тоже я сделаю со временем обзор и этого ножа, и обзор всей линейки вот этих моих первых Victorinox'ов для детей. Сниму со временем, сделаю. Так, далее, Венгер, тоже один из первых Венгеров. И вот, пожалуй, единственный из швейцарских вообще всех ножей, на котором есть брак. Тут лопнула пружина вот эта вот. Кстати, отпишите, почему это могло вообще произойти. Тут, видите, комбо-открывашечка венгерская, клиночек такой венгер. Ну, соответственно, венгерский, потому что это венгер, блин. И штопор. Вот также есть шило. О, не шило, а пинцет и зубочистка. Да, вот видите, пружина вот. Ну, потом я, наверное, сниму отдельное видео о нем. В общем, пружина тут лопнула. Это вот единственный косяк, который вообще на швейцарских ножах не встречался. А почему лопнуло, я как-то хотел открыть за раз сразу все инструменты, чтобы вот так вот просто поставить его, хотел, чтобы он хранился со всеми открытыми инструментами. Ну и пружина такой напруги не выдержала. Это, кстати, из линейки Evolution, видите, плашки такие. Такой вот рисунок имеет, так сказать, рисунок такой, рельеф. Далее, мой второй швейцарский нож после того самого наключника венгеровского. Это вот этот вот Венгер 85 мм. Он имеет такой же функционал, как и Victorinox Fieldmaster. То есть 4 ряда, ножницы, пила, 2 открывашки, клинок. Ну тут единственное, что вот за место второго клинка у нас пилочка для ногтей. Тут у нас крестовая отвертка и шило. Ну, есть, конечно, особенности конструкции. Надо снять видео. Кстати, интересно, что тут клиночек имеет замочек. Ну, то есть немало интересных решений. Это, кстати, нож тоже лимитка, венгерская экспедиция в Патагонию. Надо потом отдельное видео снять, вещь интересная, лимитированная. Кое-какую коллекционную ценность имеет. Сделаю потом отдельное видео. Вообще, вот Victorinox Венгер сделаю сравнение. В общем-то, мы с вами посчитаем, что будет лучше. Victorinox Evolution S557. Пятирядник, интересный нож, имеет интересное решение, будет о нем видео. Не стал он для меня любимым ножом EDC. Почему, будет отдельное видео. Собственно, вы знаете, что я все-таки больше люблю линейку 91 мм. Ну и поэтому ножу мы видео снимем. Так, нож Victorinox Булочника. Такой тоже достаточно редкий ножик. Весьма-весьма забавный, весьма прикольный. Такой вот, так сказать, цивилен от мира Victorinox. Плоский, легкий. Но, тем не менее, какие-то вот EDC задачи простые им выполнять можно. Интересная также штука. Так, далее. Камуфлированный Спартан. Ну, все понятно. Спартан. Такой вот действительно нож для спартанцев. Какой-то здоровый минимализм. Скорее всего, есть у каждого более-менее любителя Victorinox.
компакт, вещь тоже хорошая, интересная. Два ряда инструментов, при этом есть и ножницы, и комбо-открывашка, и клинок. Шива нету. Опять же, видео есть, посмотрите, кому интересно. Вот как нож летний, городской нож, прям вообще вещь отличная. Далее у нас тут также ножик из линейки Эколайн. Это модель Кемпер, трехрядная, два клинка, пила, две открывашки. Шило, штопор, тоже уже снятая с производства модель, но весьма интересная. Я, кстати, как-то рассуждал, насколько полезна пила в ножах Викторинокс 91 мм, ну, в таких вот небольших. Ну, и кое-кто писал мне, что даже вот при каких-то, а при каком-то аутдоре охотнику эта пила бывает весьма и весьма полезна. Так что вы знаете, там некоторые, ой, да я сломаю быстрее, ну нифига, видите. В принципе, если человек активный образ жизни ведет, то он многим вещам найдет какое-то применение. Вот этот вот нож мне подарил мой друг Димка с Москвы в свое время. Это у нас, соответственно, модель Mountainer. Ну, то есть тот же самый климбер плюс вот такой вот напильник пила по металлу. Кстати, вот многие любят на EDC также таскать вот этот вот ножик. Такая достаточно интересная модель. Опять же, ну, кому интересно, видео посмотрите. Вот. Мне даже в одно время казалось, что это новая такая EDC икона. Но я его особо толком не юзаю. Он у меня больше в коллекции лежит. И вот на память, в память о встрече с другом. Далее у нас тут Deluxe Tinker. Модель достаточно интересная. Тут, соответственно, у нас два клинка, ножницы. Вот такие вот микро-пассатижики. Также две открывашки, ну и, соответственно, шило, каюк и крестовая отвертка. Прямо вот, вы знаете, очень годный такой EDC вариант, вот у нас четырехрядников такой достаточно тяжелый, потом как, ну, пассатижики, они широкие, все-таки место больше занимает, такой тяжеленький, чуть пошире, чем уже, вот, например, тот же Mountainer, чуть-чуть. Ну, вещь интересная, вещь клевая, как какой-то нож на EDC, такой вот вариант. Вполне можно как бы его юзать, в общем-то, и для многих это будет оптимальный набор инструментов. Вот. Кстати, ребята, если хотите, вот можете в комментариях писать, на что из этих ножей вам будет интересен обзор. Я вот, ну, в принципе, могу подробный обзор сделать. Один из моих любимых, если не самый любимый нож, это Victorinox Explorer. Ну, то есть, это тот же климбер, в котором есть ряд, соответственно, с лупой и крестовая отвертка. Очень крестовая отвертка. Очень удобная крестовая отвертка, что она вот так вот расположена, в отличие от того же Deluxe Tinker, где она вот таким вот образом, ну, Т-образная, соответственно. Тут же она такая более стандартная, более классическую, имеет фронтальную схему расположения. Ну, что весьма и весьма удобно. Это, кстати, Explorer Plus. Долгое время он был моим любимым ножом. Сейчас он также мой любимый нож. Ну, кое-какие конкуренты его, у него есть. Об этом чуть позже сейчас мы посмотрим. Насколько позже, то прямо вот. Ух ты! О! Это у нас Victorinox CyberTool 34. Модель M. Миди. Пятирядник, соответственно, тут есть у нас такой вот битодержатель с битами, что его отличает от других Викториноксов. А так, тут также две открывашки, два клиночка, ножницы, пассатижики. Тут у нас штопор, шило, крюк в плашках, ручка, зубочистка, пинцетик. Блин, это одна из самых оптимальных моделей для EDC, для города. Вот прямо клевая, ребят. Одна из самых лучших моделей для города. Вот всем прям... Кто вот уже как-то подходит, чтобы вот взять какой-то нож и вот юзать его в городе прям несколько лет, что вот уже к выбору ножа как-то осознанно подходит, уже что-то одно хочет выбрать. Ну прям вот, присмотритесь. По функциональности-компактности вот это такой усредненный вариант, достаточно удобный. Далее это у нас WorkChamp. Ну, в представлении особом не нуждается. 8 рядов инструментов, целая куча. Вещь неплохая, вещь достойная. Знаете, когда я вот советую его покупать, я не думаю, что, ну, опять же, многие его используют и на EDC, и в поездке как-то берут. Ну, всегда хочется чего-то такого оптимального, оптимизировать как-то, то есть среднее количество по числу рядов, по числу инструментов, в общем-то, что-то среднее взять такое, ну и как-то использовать. В общем-то, да, как бы слишком много всего. Ну, я вот советую, если вы уже начали как-то к вопросу Victorinox подходить, обдуманно, осознанно хотите понять что-то. Вот возьмите такой WorkChamp. Ой, тьфу ты.
SwissChamp 91 мм. Поюзайте, поиспользуйте и поймете, какие инструменты вам нужны, а от каких можно отказаться. Ну, то есть, вот, поюзать месяца 3, 4, 5, 6 месяцев, понять, что вам нужно, и выбрать викторинер с каким-то подходящим функционалом. Клевая штука, ребят, это единственный Alox у меня в коллекции, это Alox Pioneer X. Ну, соответственно, то же самое, что и у обычного Alox Pioneer, плюс ножнички. Клевый нож, видео о нем было, кому интересно, посмотрите, один из моих любимых ножей. Вот, ребят, тоже очень крутая вещь, не так давно меня выручила сейчас. После этого видео я сразу начну снимать видео о том, как вот эта вещь мне помогла. Викторинокс свисту спереди 105 мм. Опять же, немало разговоров, немало холиваров о том, что лучше Викторинокс или Лазерман. Но давайте я не буду говорить, что лучше. Просто скажу, что мультитулы Викторинокс вполне способны составить достойную конкуренцию мультитулам Лазерман. Отличная штука. Далее у нас тут не Викторинокс, а Бёкер Техту. Но тоже есть видео про него на канале, есть кое-какие тесты. Интересная штука, вы знаете, но так и не смогли они как-то какую-то достойную конкуренцию Викторинексом составить, хотя есть интересное решение, это и разборная конструкция, это Эклипса. Будет по нему отдельное видео, сравнение сделаю я, поговорим, надо не забыть только сравнение с Викториноксом. Ну и почему все-таки вот эти вот, там и Бёкер Техту есть, и у Райка есть линейка, и у Санремо есть линейка. Вот таких вот все они, ну, однотипные такие многопредметники. Почему они все-таки не стали лучше Викторинокс? Далее у нас Викторинокс 108 мм. Прямо такая интересная, достойная модель. Ну, соответственно, это ГАК 108. Немало тут также интересных решений. Такой, вы знаете, в минимальном таком двухрядном корпусе куча всяких функций. Тоже видео о нем было. Ну, клевая на самом деле модель, интересная. Иногда я выгуливаю. Не сказать, что вот для меня она такая наиболее прям практичная. В нож вполне практичный, но вот все-таки трехрядники 111 мм, ну, уже поудобнее. Уже не затмевает вот этот вот нож. Ну, что и неудивительно, как бы, в принципе, что с вот этого вот ГАКа 108 немецкая армия перешла на ГАК 111. А в принципе, да, 110 мм двухрядники все-таки поудобнее. Хотя вот этот вот полегче, попротативнее, то есть в меньшем корпусе, в меньшем количестве рядов, в меньшем весе практически такой же функционал, хоть и немного проигрывает по функционалу. Ну, то есть более короткая пила, нефиксируемая отвертка, открывашка, еще что-то. Но тем не менее, ребята, вот знаете, вот куда-то в нас этот нож закинуть, и пускай вот лежит, ждет своего часа. Хотя вот для меня он также имеет и какую-то коллекционную ценность. Далее, это у нас Сентинель. Соответственно, с полусеретровым клинком, его один из моих друзей Анатолий прислал мне, за что большое спасибо. Ну и сказать, что я как-то часто его юзаю, так как клипса тут нету, но видео по этому ножу было, что-то я показывал, как он работает, полусеретр рассказывал, ну в принципе неплохой, легкий такой вот одноклинковый ножик. Следующий Сентинель, уже с клипсой, тоже, ребят, вы знаете, чисто как ножик на карман. Неплохая вещь. Этот нож у меня был в максимальном хард-юзе, прямо. Я просто брал вот так вот. Я тогда еще, ну, был хард-юзером, так сказать. Ну, делать нечего было. Брал вот так вот нож этот и долбил ему просто по деревяхе со всей дури. Сейчас нету под рукой деревяхи. Но я бы подолбил бы. И нифига с ним не случилось, он не сложился, не расшатался, ничего вообще не сломался. Ну, кому интересно, опять же, на канале посмотрите тесты. В плейлист зайдете, посмотрите. Надежная вещь, на самом деле, удобная, портативная, легкая, вот как ножик на лето, чисто одноклинковый, чтобы там что-то, какие-то продуктики порезать. Ну, либо просто носите же вы вот эти вот однопредметные какие-то ножи на кармане. Ну, вот эта вещь, она крайне дешевая, но при этом достаточно удобная. И, кстати, лайнер тут немного нестандартный, но это для людей, у которых руки растут из правильного места, это не проблема. Все-таки это нож не для того, чтобы щелкать, а именно, чтобы работать. Далее, ребят, хит моего лета. Вот такой вот одноклинковый также ножик с вот таким вот замочком ригельным. Тоже клевая вещь, очень такой легкий ножик, он гораздо легче Сентинеля. Ну и меня он этим порадовал очень. Тут также есть шило, вот такой вот штопор. Вот, интересная вещь, приятная, легкая. Уже снятая, кстати, с производства, надо подзакупиться вот этими ригельными весами. Пускай что лежит в коллекции, а что в поюзе. Классная вещь, надо, кстати, тоже все никак, руки не дойдут. Надо еще одну вещь прикупить.
и сделать уже полноценный обзор, сравнение. Так, далее, это у нас Swiss Army Knife, 111 мм. Ну, тоже было видео по этому ножу, были различные тесты. Ну, интересный такой трехрядничек. Далее трехрядник, который я чаще использую, это уже Forester. Ну, то есть, смотрите, практически два одинаковых ножа. Единственное, что тут у нас штопор, а тут крестовая отвертка. И кроме этого, тут у нас клинок полусеритерный, тут плейновый. Ну, все-таки, да, плейн поудобнее. Вот этот тут нож я часто как-то в лесу выгуливаю. Ну, весьма удобный трехрядник, легкий. Две отвертки, открывашки, клинок, пила, потом, соответственно, штопор и шило. Такой здоровый минимализм для леса. Далее у нас, кстати, ГАК 111, нож Бундесвера. Он, кстати, не новый, он уже поюзанный, собственно, с армии списанный. Ну, ради интереса мне его прислали, поюзал, посмотрел. Кстати, вот, особенно по вот этой вот отверточке видно, что он поюзанный. Ну, поюзал, посмотрел, в принципе, вещь неплохая, вещь интересная. Далее тут у нас нож с строительным замком. Victorinox рюкзак. Да, трехрядник, аналогичный этим. Также две открывашки, пила и клинок. Но уже с вот таким вот строительным замком. Тоже вещь интересная, вещь классная. Есть у него и какие-то преимущества перед лайнерными ножами. Ну, со временем я сделаю обзор сравнения. Далее вот такой вот Victorinox Forester. Вот то же самое, то есть, что и в предыдущих ножах набор инструментов. Это, соответственно, две открывашки, клинок, пила, шило, штопор. Но деревянные накладки. Ну, неплохая модель, но хочется сказать, что все-таки пластиковые модели, хоть и какие-то менее приятные, такие на ощупь, менее душевные, но в целом они все-таки получше. Хотя тоже достойный нож. Ну, тем не менее, все чаще лежит у меня на полке. Теперь у нас тут это Victorinox Skipper Pro. Ну, было совсем недавно видео о нем. Вещь классная, интересная. Не могу сказать, что он мне прям полезен, что я вот прям такой моряк, вы знаете. Я как бы не моряк. Просто вот взял ради интереса. Да, ребят, также хочу сказать, что, скорее всего, если бы у меня видеоблога не было, ну, я бы его не приобрел себе, потому что, ну, особо не знаю, где его использовать. Но так как у меня видеоблог, и так как я любитель Victorinox, мне, в принципе, и самому, конечно, было интересно как-то посмотреть этот нож, поиспользовать, то и, в принципе, вам рассказать, ну, собственно, почему нет. Тут у нас Ranger Grip. Это также трехрядник, клинок, пилочка, две открывашки, шило, штопор, пинцет-зубочистка. Интересная вещь такая, достаточно клевая. Это тоже бывший Венгер. Но, тем не менее, компания Victorinox продолжает выпускать эти ножи, за что им, конечно, большое-большое спасибо. Далее полная копия этого ножа, но в исполнении от Венгера. Этот нож стал моим третьим ножом, швейцарским ножом. Ну, тоже тут тот же самый функционал. Две открывашки. Кстати, открывашки немного другие. Давайте покажу. Вот этот вот коготь, это открывашка для, соответственно, консерв венгеровская, классическая. Ну, все остальное похоже примерно как на ножах Victorinox. Плюс накладки непрорезиненные, накладки обычные. Ребят, я вам опять же еще раз повторю, что вот кому, кто скажет, какие ножи вам интересны, я вам могу видео, сравнение снять, в принципе, почему нет, не так уж это и сложно. Далее, ребят, еще такой вот венгер. Это венгер моего отца, который я подарил ему на 50 лет. Тут вот клинок у нас двурукий. Ну, как по мне, он выглядит более красиво, чем вот этот однорукий с дыркой. Ну и, блин, накладочки, конечно же, красивые такие. Вообще клевый нож. И вот такая вот подставочка под него есть. Отец его, кстати, не юзал, как-то раз он взял его в гараж. Ну, закуску резать. Ну и, собственно, все поизрезались, и с тех пор он на полке, как бы, такую более коллекционную ценность имеет. Так, далее, что у нас еще? Ну, это у нас Hunter Pro. Кстати, недавно что-то резалось и не помылось. А Victorinox Hunter Pro. Ну, удобный такой, легкий, достаточно. Одноклинковый ножик чисто. Вот складной рабочий нож был, опять же, по нему видел. Ну, кому интересно, посмотрите. Чехлов у меня не так уж и много. Я, кстати, не взял чехол от Спирита, в котором биты дополнительные, воротки, штопоры. Ну да ладно. Я думаю, вы понимаете, о чем я.
Соответственно, вот с таким чехлом этот нож шел. Ну и так у меня и хранится. Мое недавнее, недавний подарок от Ксении. Это тоже Victorinox Hunter Pro Alox M. Я его все пытаюсь выгораживать. Меня просто прикалывает то, как у людей бомбит, когда что-то пытаешься в Victorinox снимать, как-то их выгораживать. Просто согласитесь, что... Ну, как бы каждый этот нож раскритиковал, понятно, что его критиковать-то не так уж и сложно. А что-то хорошее в нем поискать, это уже несколько сложнее. Ну и, в общем-то, я по приколу сделал топ-5 преимуществ этого ножа. Ну и, в принципе, неплохой ножик, я его юзаю, ношу на кармане. Вещь интересная. Для любителя викторинок прям вообще огонь. Так, далее у меня такие вот три кухонечка, которые я назвал ножами фиксерами года. Ну, действительно, ребят, клевые кухонники. Легонькие, маленькие, удобненькие. Вот сама то на кухне. Вы знаете, если там не супер какая-то кухня, там обед на 12 персон каждый день готовить, а вот так чисто раз-раз что-то порезать, по-быстрому сготовить, там бутербродики, салатики. Ну, большего и не надо зачастую. Хотя, конечно, я, кстати, хочу и кое-какие более крупные ножи от компании Victorinox. Ну вот, таких ножей зачастую хватает. Что еще у меня есть? Есть вот такой вот подвес от компании Victorinox. Вещь прикольная, в принципе. Ну, так и не нашел ей применения. Так, далее у меня две таких вот точилочки. Вот это моя любимая точилочка. Это так себе. Есть еще где-то брусок точильный. Ну, собственно, видео о них было. Кому интересно, найдете, посмотрите. Так. Такая вот клипса, которая тоже лежит, так я и не нашел применения. Есть подобный подвес кожаный, но его кто-то забрал где-то что-то, кого-то кто-то его юзает. Потом есть вот такое вот масло фирменное от компании Victorinox. Ну, соответственно, тоже я вот его использую. Не только Victorinox мажу, но и другие ножи. И есть вот такой вот чехол от Wenger 85 мм. Ну, такой вот простой чехольчик горизонтальный. Сделан приятно, фирменный чехол, кнопочка тут, застежечка. Все классно, все здорово сделано, все отлично работает. Такой вот чехол. Ладно, ребят, получасовое видео получается. Практически. Ну, хотели полный обзор коллекции. Вот вам, пожалуйста. Я не знаю, вообще сумеет оно, конечно, загрузиться, не сумеет, сумеет оно отредактироваться в редакторе. Ну, вот вся моя, так сказать, коллекция. Да, еще раз повторюсь, что тут есть ножи, которые имеют для меня какую-то коллекционную ценность и какую-то ценность как подарки они имеют для меня. Ну и также многие какие-то модели я имею, так сказать, в связи с тем, что имею видеоблог, посвященный ножам Victorinox. В Паюзе тут всего несколько моделей. Регулярно. Ну что-то так с какой-то периодичностью также использую. Ладно, я надеюсь, вы меня поняли. На этом мы с вами будем прощаться. Я желаю вам всех благ, всего наилучшего. Спасибо за внимание и до свидания.